Внимание! Город Борисов. Быть может, кому-то нужна собака на охрану? Кобель до года. Очень хороший пес. Дело в том, что его хозяин тяжело болен. За собакой некому смотреть. Псу очень нужна ваша помощь. Давайте поможем питомцу найти дом и семью. Исключительно в Минске пристраивается милая, добрая и нежная кошечка по имени Басенька. Ее возраст 6-7 месяцев. Девочка очень ласковая, в меру игривая, уже стерилизована, приучена к лотку. Просьба звонить только ответственным людям. Басенька отдается исключительно по договору, в семью без маленьких детей. Доброй ручке пристраивается эта кошечка по кличке Тошка. Кошечка всеядна, приучена к лотку. Как истинная трехцветка, готова принести счастье в дом хорошей семье. Спокойно идет на руки даже к незнакомым людям. Хорошо относится к детям, к собакам. Кошечка всегда будет для вас хорошей подругой, которая поддержит в трудную минуту. Она кошечка такая домашняя, очень ласковая. С ней вам будет всегда тепло, уютно. Она вас может поддержать в сложной ситуации, успокоить. Преданного хозяина ищет 6-летний кобель Таксы из Гродно. Мальчика хотели усыпить, но вдруг нам удастся найти ему дом и семью. Кошка Нюшка, приблизительно 4 года. Кошечка стерилизована, пристраивается в квартиру либо в частный дом. Главное – к хорошим людям. Очень хорошо ловит мышей и приносит счастье в дом. У этого пса не стало хозяина. Живет он в Гродно, в будке, на цепи. Собаке чуть больше года. Обратите, пожалуйста, на мальчика внимание. В следующий раз мы вновь познакомим вас с питомцами, которым очень нужны вы.